В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать уникальный проект под названием Kiwi Universe. Ребята, обязательно зайдите и поиграйте, потому что проект очень классный, очень годный, я сам на нем играю. Пока что онлайн маленький, но я уверен, что мы вместе с вами сможем его поднять. IP-порт этого крутого и улетного проекта есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня ваш Кент ПК не один, а вместе... С Волей, всем здорово. Ребята, и сегодня у нас будут клановые войны против девочек. Да-да, вам не слышалось, мы нашли клан девочек, что в наше время большая редкость, и у нас будут клановые войны. Ничего себе. Два ютубера против двух девочек, типа такие вот клановые войны. Да. Конечно, немного игроков, но все же поиграть, я думаю, можно. Да, вполне нормально. Ничего себе, ты еще умер там уже. Да, я такой смотрю, она как-то пинганула или что, и меня убили, лол. Лол. Ничего себе, вот это девочки. Карта просвечивается, у меня тут баг, когда я умер. Не, ну я, конечно, девочек не бью, но тут такая ситуация, что, похоже, придется, да? Так. Так, слева никого нет, походу, они все справа. Ну я одну убил. Так, я понял. Опа, вижу, справа, справа. Хелп! Где? Ты живой? Да, нормально, живем. Оо, что-то агент тащит, я смотрю. А ну-ка, попаду или нет? Хотя нет, ай-яй-яй. Слушай, я даже не знаю, где он, слева или справа. Ой, она слева или справа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оно! Оно! Не, ну ребят, это клан девочек, но мы еще не уверены, агент 21 это девочка или мальчик, поэтому. Поэтому как называем, так называем. Вообще смотрите не на счет игроков, а на счет тимы, потому что мы тут выравнивали все дела, тут, короче, перед записью еще были терки, так скажем. Блин. Да, играем ровно до 12 раундов. Я где? Я уже на том свете. Где второй? Ну, пока что чуть не видно. Сел, блин. Так, я что-то не могу идти. Ну, надеюсь, удача тебе улыбнется. Походу тут. Ясно. Слушай, ну проиграть девочкам это... Не, давай договоримся так, смотри, я буду идти влево, а ты будешь идти вправо, окей? Все, давай, я влево пошел. Они вдвоем. Справа, да? Окей, иду. Давай. Слушай, оставь мне кого-то. Вы сзади? Так, никого нет? Да. Опа. Хорош, да, вообще красавчик. Мы друг друга убили. Смотри, какая местота. Лол. И вы так вдумайтесь, ребята, этот человек победил Волей на дуэли. Как-то странно, да? Опа! Чё, ты на том свете? Знаешь, такая одна пуля прилетает в голову, я так ещё попал, потому что мог промазать. Отлично. Убили. Ну слушай, ну это уже прям обидно, я чуть вообще никого не убил. Беги на их не базу, чё ты бегаешь тут на синей базе, просто прячешься, понимаешь? Ну окей, все, я буду как настоящий мужик идти вперед и всех убивать. О, вот это, да, вот это что надо, все, понеслась. Сзади, на нашей базе. Нормально, ща отомщу. Нормально, сейчас. Женщина! Блин, женщина, твое место на кухне. Как ты не убил? Ну, все-таки, знаешь, стало жалко. Это же девушка, сам понимаешь. Ну, вроде девушка, прикинь, парень. Справа. Справа двое. Оп. Нормально, у меня 12 хп. Отлично. Слушай, хорошо играем. Мы сыграли ровно половину. Не, ну просто не фартануло. Не, знаешь, я как-то рандомно играю. Я иногда играю хорошо, иногда играю плохо. Так, ништяк. А тебя убили... Слева, сзади. Ой-ой-ой, ну вообще некрасиво убили. Да, а кстати, до скольки играем, какой еще? До 12 играем. Начали с 2, 2 плюс 10, ну, до 12. Окей. Так, слева никого не вижу, по всей видимости, справа. С другой стороны вдвоём. Так, один минус. Ништяк, все. О, да, ты что? Все, мы сравняли счет. Кстати, у тебя самый большой пинг, по-моему. Сотка. 105. Так, это еще нормально. Вот если там было бы 200 и больше, то это уже, да, это уже повышенный пинг. О, меня опять убило. Убил агента или убила, не знаю. Убила. Так, слушай, как думаешь, где, слева или справа? Я не знаю, без понятия, я не могу переключиться на них, посмотреть.
Не, ну это было бы не совсем честно, если бы можно было. Опа, вижу, вижу, вижу. Они пингуют, бывает. Да, кстати, что-то жестко пингуют. Никого нету, а потом ты вздыхаешь, и они появляются перед тобой. Ой-ой-ой, да ты что, жестко пингуют. Вообще очень жестко. Но мы все равно тащим. Все, кажись, я разыгрался, и сейчас я буду играть нормально. Только разыгрался, да уже, конечно. Да уже конец игры. Разыгрался. А снова слева никого не вижу. С правой стороны есть один кто-то. Окей. Окей, окей. Так, я бегу на их базу. Ништяк, минус один. Все. Вижу, 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 вижу. Ясно, убили. Лол. Красавчик. Все, понеслась игра, да? Нормально. Знаешь, Дигл, это такая оба, и сразу минус. Вон, да, он убегает, убегает. Хорош, минус красавчик, 2. Минус два. Не, ну я думаю, вряд ли же победят, но все-таки все возможно, да, так, мало ли. Нормально. О, все, спокойной ночи. Все, минус. Да. Минус два. Изи. Все, давай попробуем их с ножа убить, с керамбита. Да, да давай, ну ладно, все-таки девочки. Мы же джентльмены, да? Челлендж выполнен. Ай, блин! Ну я немножко запорол. Ну что, теперь давай. Нам всего лишь один раз победить и все, да? Да, да, и все, изи-бризи. Попробуем. Все-таки последнюю катку надо попробовать на ножах. Ну давай попробуем, конечно. Один я видел. Вижу, вижу. Блин, меня убили. Ай-яй-яй. Мы им получается даем фору, то что мы с ножом, а они с нормальным. Все, теперь давай с нормальным оружием, все. Нет, что-то не фартануло. Ладно, вообще, давай с нормальным оружием, все, хватит поддаваться. Надо им показать, кто в доме мужик. Я кого-нибудь, может, убью из дигла. Ой, с этого. С керамбита? Керамбитика, если, конечно, получится. Так, стоп. Ну это если получится. А где они? Они на базе. А слушай, на базе никого нет, а что это за прикол? Сзади обходят. Керамбита, кстати. Ай-яй-яй. Я Макс Керамбита, ты где? Воля, там сти за меня! Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорош, почти. Блин. Ай-яй-яй, ты был очень всё, близок. Не поддаемся больше. Все, да, больше не поддаемся, потому что мы что-то уже доподдавались. Так, да. Все. Так, давай не слей, потому что тут осталось всего лишь один. Да я не слил, нормально, нормально. Ой. Нормально, так, теперь осталось добить вторую, и мы победили. Ай-яй-яй, да почти, ну почти, я ранил. Давай, добей ее. Хорош. Мы победили. Все, мы победили. Это была потная каточка, согласись. В принципе, не так уж и легко. Ну что ж, тогда, я думаю, если наберем много лайков, то мы снимем продолжение, да, Волли? Возможно, даже еще ютуберов позовем. Да, так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Да, по-любому кого-то найдем, так что, ребят, ставьте лайки, будет много клановых войн вместе со мной и Волли. Да. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ссылочки под моим роликом и под роликом Кента обязательно будут в описании. И да, ребята... Да, кстати, комментарии, это круто. Мы их читаем. Все, ребят, всем удачи и всем пока.